Привет! Только что получила посылочку с мыла Опт в такой коробочке. Вот. Ее на почте раскрыла, проверила. И сейчас делаю распаковку уже дома. Вот товар, который я заказывала с накладной. Перламутр, пигмент. В общем, и глиттер. Сейчас посмотрим, что нам пришло. Я пакетик разорву, так как одной рукой держу. Так. Вот такие сухие черные перламутры. Коричневых 5 штук заказ, ну, 5 бронза коричневый, такой коричневый, белый флуоресцентный, пять грамм, хотя я заказывала 50 грамм. 50 грамм. Также я заказывала черного. Здесь 10 грамм. Черный глиттер заказывала 50 грамм. Так, вот этих я заказывала 5 штук золотых. И по 5 штук серебряный и жемчужный. Получается, мне не дослали флуоресцентного пигмента и черный глиттер. Вот, но я надеюсь, что ага, вот такой розовый перламутровый пигмент, конечно, он не розовый, ну, возможно, это так считается, что он розовый. Ну как я могу сказать, что мне неприятно то, что за место черного глиттера мне положили совершенно другую фасовку, 10,5 грамм. Вот в такой коробочке все вместилось. Вот. Вот в этом пакетике. Вот так вот. Я думаю, еще бы сюда вот, так как я получала. Я просто раз вот сюда бы еще бы по 5, 10, получается, если 50 грамм, еще бы таких 9 пакетов таких и 4 пакета таких бы сюда бы не поместилось. Вот. Места нету, поэтому я не могла их вытащить. Поэтому сейчас буду писать, звонить мылу Опт и проси, чтобы дослали товар. Все, всем пока.